Добрый день! Сегодня бы хотел я рассказать, как изготавливать потолочные 3D панели или стеновые панели. Все зависит от того, куда вы хотите использовать данную панель. То есть в итоге у нас получится вот такое вот решение. Вот. С использованием 3D материала компании 3DWell. Итак, первоначально, что для нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится самое важное, это двухсторонний вспененный клеящий ПВХ. То есть это материал компании Tesla. Собственно говоря, ничего сложного при изготовлении данной панели нету. То есть мы раскатываем двухсторонний вспененный клеящий ПВХ. Берем сам материал, этим материалом может быть пеноплекс, техноплекс, то есть любой из жестких материалов. Если это у вас, собственно говоря, стеновая панель, то вы берете шлифованную фанеру, там DF, DSP, все зависит от того, на что вы хотите смонтировать. Ну, чем покрытие жестче, чем меньше ворса на самом материале, тем, естественно, двухсторонний вспененный клеящий ПВХ будет прилегать и держаться лучше. Поэтому шлифованная фанера или пеноплекс, техноплекс, соответственно, наиболее подходящие. Итак, собственно говоря, что мы делаем? Мы берем материал, укладываем на него данную панель, оказываем давление, и, собственно говоря, все. То есть она приклеена. Далее мы отрезаем. Процесс отрезания достаточно прост. То есть мы берем нож, проводим непосредственно по той границе, которая нам необходима для того, чтобы отрезать, и все. Итак, у нас получилась вот такая вот панель. Убираем двухсторонний клеящий ПВХ, он нам не нужен. Вот у нас что в итоге получилось. Да? То есть мы переворачиваем панель. Здесь у нас небольшой валдырь. Мы его разглаживаем. Вот. Итак, далее что у нас? Далее необходимо разгладить. То есть разгладить сам материал. Для этого мы берем такой вот скребок пластиковый, достаточно жесткий. Вот с этой стороны он толстый, и им очень удобно разглаживать. Такими несложными движениями от центра к углам мы, собственно говоря, убираем все пузыри, которые есть. То есть, если у вас панель большая, вы точно так же от центра к краям разглаживаете. Все, собственно говоря, готово. То есть теперь у нас получилась такая вот панель, но по краям остался материал, который надо будет потом удалить и, соответственно, уже нанести 3D-пленку. Каким образом происходит удаление этого материала, мы прекрасно знаем. То есть берется нож и совершенно просто отрезается. То есть как до этого я показывал о том, как это отрезается, сейчас точно так же мы это делаем. Вот таким образом это, соответственно, производится. В итоге у нас получается вот такая вот панель.
Здесь как раз вот можно посмотреть двухсторонний клеящий ПВХ. То есть видите, что он с одной стороны клеит достаточно хорошо. Если мы непосредственно уберем вот этот защитный слой желтый. Сейчас. Вот так вот. То с этой стороны точно так же он. Видите, хорошо достаточно клеится. То есть вот он такой толщины где-то миллиметр, полтора. И он с двух сторон очень хорошо клеится. Итак, теперь, соответственно, вот на это покрытие нам необходимо смонтировать 3D-пленку компании 3DWell, чтобы у нас получилась панель. Как это мы делаем? Ничего сверхъестественного в этом нету. Вот. Мы убираем непосредственно защитный слой. Как это происходит. То есть у нас вот здесь вот есть защитный слой, мы его убираем. Вот убираем угол для чего? Для того, чтобы, ну, то есть у нас весь материал, он имеет размер 645 по ширине, панель потолочная 600. И для того, чтобы нам аккуратно это все приклеить, нам для этого необходимо состыковать материал, чтобы все ровно непосредственно легло. Вот. Как только у нас все это ровно ложится, мы держим материал. Держим материал. Лучше, конечно, использовать всевозможные струбцины, там, пластиковые, чтобы все-таки удержать материал. Хотя давайте, наверное, так и сделаем. То есть для того, чтобы удержать материал, мы просто возьмем струбцины и будем держать его. Вот так. И далее здесь у нас все равно, видите, он съезжает. Поэтому надо быть очень аккуратным при монтаже. Итак, вот у нас, собственно говоря, то есть практически по всем краям ровно. То есть мы струбцинами это зафиксировали. Вот, далее мы непосредственно убираем вот этот угол. Вот так вот видно. Непосредственно берем, просто отрываем угол, разглаживаем сам материал и монтируем его на покрытие. Все. То есть если у нас угол зафиксирован, струбцины нам уже не нужны, мы их убираем. У нас непосредственно есть угол. Вот, у нас сам материал зафиксирован в одном из углов. Далее мы снимаем защитный слой. Со всей панели. И в итоге уже просто наносим сверху 3D-пленку компании 3DWell. Вот, собственно говоря, и все. Для того, чтобы разгладить, для этого нужно только одни руки, больше ничего. Как вы видите, абсолютный эффект объема от материала компании 3DWell возникает именно при попадании светового потока. То есть у нас вот такая получается панель. Она еще, естественно, немножко не готова, так как у нее остались края. Вот. Но края эти точно так же обрезаются
как, собственно говоря, и спиннинг двусторонний клеящий ПВХ. То есть мы берем нож и непосредственно таким образом обрезаем края. То есть вот что у нас получается. То есть вот материал, мы его обрезали. И, соответственно, убрали. Вот таким образом у нас получается такая вот панель. Данная панель может монтироваться в систему Armstrong, на стену. Самое удивительное, что так как материал полимерный, то в бассейнах, в всевозможных местах, где есть достаточно большое количество влаги, этот вариант решения потолочный, он очень хорошо подходит, так как влага не может проникать в этот материал, то есть поликарбонат и там техноплекс, либо еще какой-то полимерный материал, на котором мы монтируем, он отталкивает влагу, и в результате вы получаете потолочное решение, которое никаким образом на влагу не реагирует. Пожалуй, все. Добро пожаловать в инновации компании 3DWell.